Стеклодув, целуясь с девушкой, непроизвольно меняет ей форму черепа. Еще. Чтобы сделать любимому приятное, Ирина написала на заборе: «Ваня, ты самый лучший». Но слово, которое уже было на заборе, придавало фразе немного пикантности. Ну, положим. Так, приятно сказать, Челябинск это был, теперь Лондон, пожалуйста. На день города Сызрани мэр вместо салюта водит болгаркой по железному забору. Еще. На заводе по производству фейерверков каждая непотушенная сигарета – это праздник. Прошу, Сочи. Чрезвычайное происшествие. Из-за сильного скачка напряжения ларек с вентиляторами улетел в неизведанном направлении. Еще. В семье аниматоров ребенок не вовремя зашел в спальню родителей и узнал, кто такие фиксики. Дальше, пожалуйста, чита. Лена поняла, что быть беде, когда итальянцы вокруг вдруг заговорили на армянском. Еще. Увидев выступление цирковых тюленей с мечами, Черчесов подумал: а вдруг? Ну и сам Бог велел от цирковых тюленей перейти к шуткам из цирка. А вдруг, да, да, да. Именно это я и имел в виду. У Олега было настолько сильное похмелье, что первые полчаса ему даже нравилось, что его заливают соседи. И еще. Дочь депутата своему парню только обещает. Итак, 0,6. Кого, чего? Приобретает театр уральского зрителя. 0,6. Театр уральского зрителя покидает огневой рубеж. А мы разыгрываем 0,7 балла. Пожалуйста, по две шутки, скажем так. Когда гаишник шел к пьяному водителю Мерседеса С-класса, он сделал пару шагов в припрыжку. Еще. Алексей любил ходить голым по квартире, но не каждому хозяину квартиры нравилась привычка местного сантехника. Дальше. Сочи, пожалуйста. Новости шоу-бизнеса. Стас Костюшкин в гневе воскликнул: «Разрази меня гром», и Бог не стал дожидаться второй возможности. Еще. Окошко в ларьке было расположено на уровне груди, и поэтому Виталик, который носил майку с портретом Путина, отоваривался там абсолютно бесплатно. Дальше, пожалуйста. Чита. Девочка с необычным бурятским именем оборачивается на кашель. Еще. Чтобы скорая приехала быстрее, мужчина сказал, что с сердцем плохо не только ему, но еще и трем голым мулаткам. Прошу дальше, Борис, пожалуйста. У жены мэра было такое некрасивое и грустное лицо, что когда приезжали гости из Москвы, он завешал его баннером. Так, и еще что? Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Девушка опоздала к пластическому хирургу и осталась с носом. Хорошо. В смысле, хорошо или нет, это решает жюри. Цирк уходит. Спасибо, 0,7 уносит команда цирка. И 0,8 разыгрываем. Прошу. На сотрудника ресепшена гостиницы напали в 6 часов по Москве, 8 по Лондону и 12 по Токио. И еще. Отец-охотник все-таки убил медведя. Мясо он оставил себе, шкуру отдал жене, а цирковой велосипед достался сыну. Так, дальше, пожалуйста, Сочи. Наблюдение. Вьетнамские торговцы боятся двух вещей – налоговой и Рэмбо. Так. Проводница поезда познакомилась с симпатичным мужчиной.
Поэтому пока все пассажиры ехали просто в Самару, ее же состав мчал в долину удовольствия. Хорошо, пожалуйста, Дима, чита. Чтобы не чинить прорвавшуюся трубу, ЖКХ официально признал ее фонтаном. Еще. Стены панельного дома были такими тонкими, что соседи не только слышали секс, но еще и видели. Так, уважаемые судьи, 0,8. Нас временно покидает Лондон. Ну и, наконец, 1 балл разыграем. Пожалуйста. Это интересно. Цыганка Роза выложила своего ребенка на Авито в разделе «Готовый бизнес». Так, прошу, чита. Жена решила удивить мужа в постели и начала перемножать трехзначные числа. Уважаемые судьи, есть итог, результат. Победа с земляков Галустяна. Сочи. 1 балл, 0,9 чита. Спасибо.